Вечер добрый, друзья мои. Продолжаем катать American Truck Simulator. Версия 1.43. С вами Олег Драйвер. Давай в дорогу. Что у нас сегодня происходит и где я нахожусь? Нахожусь я во Фресно, в своем гараже сейчас. Здесь, в этом городке, я закончил свой предыдущий рейс. И сюда заехал на своем новеньком траке. Тот был малиновый. Буквально даже вот отдохнуть еще не успел. Сигнал у ворот. И заезжает новый боетрак. С новым водителем. Тот водитель, который мой новый трак пригнал, забрал тот малиновый. Тоже почти что новый, там 600 с лишним миль, да, всего на нем пробег был, да, и уехал сразу работать. Так, этот трак механик мой смотрит, механик этого гаража. Так, все у меня готово, машина отличная, машина нулящая. Так, здесь... Как и у предыдущего Мака, стоит двигатель 415 лошадиных сил, маковский дизель и 13-ступенчатая коробка Итон. Колесная формула здесь, в отличие от предыдущего, Мака 6 на 4. В самый раз какие-то вот степдеки, лоубои таскать с 13-й коробкой, плюс первая передачка, если ниже первой, черепашка. Медленная-медленная передача. Так, сейчас вечером я однозначно уже никуда не поеду, я отдыхаю. Лучше ранехонько, поутрицу, с грузом. Сейчас с грузами разберемся, отдохну. И что-нибудь на завтра забронирую. Во сколько поеду, пока не знаю. До встречи, до утра. Наконец-то следующий день. Есть груз. Сейчас механик запустит двигатель. Давай, заводи. Будьте внимательней на дороге. Да ты чё? Кто это там со мной разговаривает постоянно, а? Так, давай. Ходовые. Ближний. Дальний. Аварийка. Стробы. Хорошо. Так, а гудок? Да сука, что ж так громко-то, а? Твою мать. Так, ладно, сейчас посмотрим все. Нахер так гудеть-то? Скажи, сам попросил. Так, есть груз в штат Вашингтон, в городок. Блин, название, сейчас название проверю. Ну, буквально на самую границу с Канадой. Так, все отличненько, все хорошо. Ладно, так, давай, все, выметайся. Давай, я поехал. Так, хорошенечко, хорошо, все отлично. Так, ага, место под себя надо отрегулировать, один момент. Так, все отрегулировал. Так, едем на ближнем, включаем зеркала. Угу. Так, так, секунду. И проверяем всегда навигацию. Заодно, чтобы какие-то там участки отметить, на которых я не был. Так, отлично, отлично, отлично. Едем мы на Уолмарт. Там надо забрать прицеп с контейнером, по-моему. Угу. Что-то около 18 тысяч паундов. Это... в пределах 8 тонн. Так, давай, 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 поехали. Так, отлично, отлично. Так, у нас, ага, черепашка. Все, давай со второй раз мы пустырим. Ой, ужас, какой электрический гудок, страшно. О, гуднул, да гуднул. Время так, я вчера очень хорошо отдохнул, время 6 час, я весь полон сил, бодр и весел. Ой, а это ничего, что я тут это выехал? Приготовьтесь к повороту налево.
Ага, потихоньку светает. Поверните налево. Погодка вообще отличная. Слушай, на улице плюс 20. Утром погодка просто красота. Грубо так работает, слушай, это дизель. Маковский. Двигайтесь прямо. Немного. Эх, ты ж на желтый не успел. Немного по звуку похож на Каменс. Но Каменс, по-моему, еще как-то жестче работает. Так, батюшки, а что у нас с трафиком? Что-то вас тут дофига. Двигайтесь прямо. Так, зеленый, зеленый. Дайте, пожалуйста, зеленый. Так, ага. Все, зеленый, погнали. С утреца-то все на работу-то поперли. Ну, это ж Калифорния. Чего тут удивляться-то? Тихо, тихо, тихо. Двигайтесь прямо. И опять красный. Ну да ладно. Ой, полиция. Мальчики. Сейчас после стрелки налево будет мой зеленый. Так все не спеша, тут что-то так все едет. Ограничение 45. В чем проблема? Почему так быстро все едем? Как нарезали все. Так, ага, там налево сейчас. Двигайтесь прямо. Сейчас уже солнышко у нас там выйдет. Так, почти приехали. Приготовьтесь к повороту направо. Поверните направо. Так, нам сюда. Walmart, да, мы здесь Мы забираем прибыли. прицеп. Прицеп с грузом забираем здесь. Сейчас зачекинемся. Прямые перевозки. Вот наш прицепчик. Да, это лоубой с контейнером. Да, можно перевозить контейнеры на лоубой. Почему и нет? Не обязательно только контейнеры можно возить, скажем, на флатбете или степдеке. Это короткий контейнер, по-моему, там двадцатка.
Так, 1877 вес у него. Я говорю, да, это где-то около 8, 8, 8,5 приблизительно тонн. Так, ехать нам. Ой, как далеко. Этот город у меня еще не отмечен. Беллингем. Штат Вашингтон. Ну что? Хорошей работы. Возьмемся за работу. Так. Сейчас надо маленько будет чуть-чуть уперед. И давай чисто так. Наш контейнер. Короткий. Короткий лоубой, двухосный. Так, чуть-чуть. Маленечко. Тихо. Все готово. Приятно. Так, окно закрываем. И пойдем шланги зацепим. Красавчик какой. Сочетание, слушай, черного. Черный низ и такой смачный, такой глубокий синий вверху. Так, вот наш трал. Ох ты, какие ноги-то тут у него. Так, ну это модовый груз. Так. Переслал. Пересели. Да, ну это точно модовый прицеп. Наверное. Точно модовый прицеп, наверное, да? А что за шифер тут, сука, положили? А что каких-то нормальных там обычных листов вот таких вот есть, как рифленочка такая, да? Просто гладких каких-то. Что, зачем такой шифер надо было ложить? Ай ты, батюшки, ладно. Это все равно не твой прицеп. На свой прицеп, конечно, я бы эту херню не положил бы. Так, все отлично. Все замечательно. Так, все работает. Все хорошо. Все нормалек. Так, сейчас мы что? Навигацию. Давай смотрим навигацию. Это всегда такая штука. У меня как раз эту дорожечку отметить надо. Отлично, отлично, отлично. Так, значит, как обычно, в пределах обеда, в пределах что-нибудь там такого 12-часового такого промежуточка там, как ударит 12 часов. Так сразу и надо будет. Ну куда ты запрыгал-то, ёп? Так надо будет встать нам на отдых. А это посмотрим уже по обстановке, как оно получится. Да, Калифорнию серьезно пообновляли. Серьезно добавили. Тем более, эти все дороги у меня в этом профиле были обкатаны. Видно же, вот едешь, раз, раз, раз. Ой.
Вот есть раз, ой-ой-ой, так опять обновлено. Эти все дороги были у меня обкатаны. Так, и все, на север, друзья, на север, ой-ой-ой. Одно хорошо, по фривею валим. По фривею. Так, ой, здесь у меня кадровый агент, скорее всего, и автосалон. Так, весовые. Здесь кадровое агентство. Ну, специально нет смысла заезжать, то с таким еще прицепчиком я что-то не очень-то хочу. Здесь у нас все открыто. Сплошничком по фривею. Нормально. Нормально, нормально, хорошо. Скорость движения будет хорошая. Но мне торопиться не надо. Так, appointment у меня на сколько? Когда? Так, в четверг. Опа, это сегодня вторник. Я могу спокойно вообще ехать. А, в среду могу ехать. Но даже вот за среду я легко, за вторник и за среду я легко успеваю проехать это расстояние, 1000 миль. Да. Тем более тут не по каким-то заштатным интерстейтам поеду, там фронт-роуд там какой-нибудь собирать не будем. Очень хорошо. Ну да, нет смысла еще ночевать и утром на разгрузку. Приехал, да, оставил, мне разгружаться не надо. Я приехал и оставил прицеп. Я не со своим прицепом приехал, чтобы ждать разгрузки. Приехал, поставил и до свидания. Вот в чем прикол, в чем выгода, когда ты возишь чужие прицепы. Важно, что ни страховка тебя не шевелит вообще с этим прицепом, никакой мороки априори нету. Аккуратней. Поверните налево. Так, все, выбрались. Начинаем движение. Поехали. Ой, погодка опять просто по красоте. Так, все правильно. Солнце справа. Да, я еду на север. Все отлично. Так, у нас 1000 миль. 2 дня. План минимум 500 миль сегодня. Да я по-любому больше проеду, конечно. Приготовьтесь к повороту налево. По-любому больше. Поверните налево. По таких скоростях, пусть даже здесь 55 миль. Ограничения, но я все равно быстрее поеду. Ну давай, давай, да перестройся ты левее, блять, полоса свободная. А. Господи, боже мой, да что ж народ-то тупой-то такой, а? Америке нужны герои, а рождаются одни идиоты. Так, а мы там что, мобильные телефоны вроде везем? Странно только, конечно, использовать для перевозки лоубой. Но, в принципе, плевать как бы, но...
Наверное, какой прицеп нашли. Такой и использовали. Да, это обновленный участок. И Европу тоже охота покатать. Там у меня дофига дорог не обкатано. Очень-очень много. Зачем включил стробы? У нас не габарит, у нас обычный груз, полностью легальный. Народ-то тоже не особо-то в правилах едут. 55 миль ограничения, едут больше 65. О, пардон. Машина качается, и руль вслед за ней влево-вправо. Столько всего интересного. Как выключать? Едешь и едешь, и все интересно. Так, попробуем без этих зеркал. Вроде спереди большие зеркала. Кое-что в них видно, но они слишком загружают. Из-за широкого угла обзора получается слишком выгнутые. Мустанг попёр. Двигайтесь прямо. Миль. Так, ограничение 63, идем. На север едем, в гору, поэтому
Тяжеловатая маленькая машина идет. Нет, все-таки с этими зеркалами лучше. Где-то там впереди Сакраменто. Так все быстро сразу поехали. Так, а тебе, кстати, перестраиваться надо. Тебе надо левее. Держитесь левее, затем поверните налево. Поверните налево. Как-то так. Western Star открыли. Топливо нам не приготовьтесь надо. К повороту направо. Поверните направо. Турбина свистит зачетно. Пошли на разгон. Двигайтесь прямо. Так, сейчас у нас, по-моему, никаких перестроений-то уже больше не будет. Сейчас до самого севера поедем. Ох, как хочется, чтобы Аляску сделали. Нормально Аляску, чтобы сделали. Все-таки. Не модовую какую-то, а такую серьезную. Но сейчас Монтана стоит на очереди, Техас. Только как я это все покупать буду, я вообще без понятия. Не знаю. Платежи пока заблокированы в Стиме. Может, как-то все это устаканится, блин. Я имею в виду со Стимом-то. Ну ладно, вы, ребята с СС, взяли вы сердце России. Двигайтесь прямо. Пока релиз отложили. Но это понятно, чтобы не провоцировать разных людей, да, у всех разные мировоззрения, у всех точки зрения разные, чтобы не провоцировать. Ладно, это я понимаю, но блокировать покупку контента, фулл контента, блокировать покупку переводов, блять, каких переводов, ёб твою мать, зашибись, но блокировать
покупку материалов, всех дополнений. Это, блять, это глупо. Так, вперед у нас дорога закрыта. Так, сейчас. Ух, ё, перный твой театр, это мне что? Пачки, светы. Так, стоп, 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 стоп. Сюда нам тоже не выйти. А, есть вариант более не вот этой дорогой ехать. А есть вариант выехать на сюда, на берег. И потом вот сюда. Ну, блин, тут тоже. Сука, так все далеко. Потом сюда вот. И чем это короче? Ну, здесь сюда далеко ехать. Блин, только что вот смотрел дорогу направо от Сакраменто. Зараза. Так. А. Так здесь дорога закрыта, а эта-то параллельно-то она же открытая. Ну-ка. Здесь-то дорога открытая сюда. Ищу новый маршрут. Но ты чё весь перепугался? Закрыто, закрыто. Смотри внимательнее. Все открыто. Все, можно ехать. Фу, слава богу. Держитесь левее. Лучше никогда не торопиться, а посмотреть внимательно, нормально. Все, все, все в порядке. Прикольно, кстати, сделать такой объезд, да? Вот это все, вот все, что здесь обновлено, вот это и есть, вот да, вот. Потому что раньше такого не было обновлено. Не было, не было, нифига. Таких объездов, проездов не было. Сейчас все по-современному сделали, все по красоте сделали. Молодцы, молодцы. Но будем надеяться, все как бы. Блин, проблема-то видишь в чем? Все переводы денег за границу из России, все заблокировано. Как сейчас покупать, я вообще не знаю. Блин. Как? Вот, ну как? Как это вот? Хотя МТС присылали мне предложение какое-то там, какой-то МТС кошелек сделать, то есть можете, говорит, оплачивать все нормально. Свои заграничные покупки в интернет-магазинах. Но как? Я в Steam захожу, и там все заблокировано. Там ни по телефону, ни Visa, ни Master, ни Мир, вообще никак. Ни Kiwi Money кошелек, вообще все закрыто. Если бы это было бы возможно, и было бы хоть что-нибудь открыто, то я бы это увидел. А так, пока нет никакой возможности. О, самолетчик полетел. Нет никакой возможности пока оплатить обновления, новые DLC и так далее. Ну, как-то уже такая тема была, кстати. А потом все встало на свои места. Я специально для таких покупок завел карту Visa. Visa это кто не знает, да все, наверное, знают уже. Международная платежная система. Завел такую карту и через нее привязал ее к Стиму. И через нее просто оплачивал покупки. А сейчас эта система у нас заблокирована. У нас на территории России. Нет, эта карта работает. Но оплачивать какие-то покупки, допустим, за рубежом, в тех же самых интернет-магазинах, чтобы деньги уходили за рубеж, это невозможно. Эта система сейчас так не работает, только внутри России работает. Посмотрим, может быть, в Steam что-нибудь придумают. Им же тоже неохота терять и российского покупателя. У нас очень много пользователей, кто оплачивает игры. Это же не только там в Steam, Евро, Трак, Америка, там до хрена других игр. И точно так же платное обновление покупается в Стиме россиянами.
постепенно, вот пока сейчас вся эта истерия, я уверен, эта истерия вот западная спадет. Я думаю, все потихонечку начнет восстанавливаться. Да, эта спецоперация, она, конечно, еще будет продолжаться. Это быстро не закончится, это однозначно. Будем посмотреть. Ну, что нам остается? Нам остается только ждать. Значит, будем ждать. Ну, ты еще даже Америку не всю прокатал, хотя большая часть дорог у тебя уже обкатана. А к тому же есть модовые карты, которые можно ставить на 1.43. Но нет, ну, бесплатно это обновление, они все равно будут 1.44 и так далее, и так далее. Это все равно все будет. Ах, 11:30. А ты, друг мой, так, стоп, проехал, забазарился. Твою дивизию. Так, что у нас там? О, все, ёперный твою театр. Охренеть, вот это тракстап. Но обычно заезд отсюда идет. Заправка. Выезд сюда, наверное, да? Давай, наверное, сюда заеду сначала. Этот, в другой раз этот, потом этот. А, ну он, наверное, сразу весь отметится. Так, все, понял. Понял, так. Здесь весовая, нам сюда. Ну, даже если загонят, то специально заезжать не буду, ладно. Так, давай заезжаем тогда сюда на тракстапчик. Так, все, проезжаем следующий экзит и направо. Все, понял. Очень хорошо в Калифорнии тут. Так, надо вот эту очередь быстро проскочить, потому что там следующий экзит очень, очень близко. Очень-очень близко, так, за автобусом. Раз уж я вышел сюда, втискиваться между машинами как-то не очень удобно. Так, вот он наш тракстапчик. Эй, тише, 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 тише. Как-то engine brake работает здесь. Как-то как жужжалка какая-то, да? Вот на Петербилте, на Кенверте включаешь engine brake, там ба-ба-ба-ба-ба-ба. Расчет нового маршрута. Двигайтесь прямо. Прямо нам пока не надо. Изменение маршрута. Так. Ну вот, сейчас направо. Поиск нового маршрута. Вычисление нового маршрута. Чё, Галинка там уже вся в истерике. Держитесь правее, затем продолжайте движение. Ищу новый маршрут. Развернитесь, так, когда будет сюда. Возможно. Ну, изменение да. Маршрута. Поверните направо. Так, сейчас аккуратненько. Посмотрим. Я первый раз на таком шикарном, конечно, тракстапе. Так, а тут у нас. А, тут это для легковых машин. Поиск нового тут маршрута. Тоже все легковые машины. Так, вон дальше стоянка. Так, нам топливо не надо, не надо. Сюда тоже легковые машины. Расчет нового маршрута. Все, у Галинки истерика. Баба с ума сошла. Сюда нам тоже не надо. А я через легковую стоянку проехал.
Дальше они вон, они получается вот так вот. Ну давай здесь станем, какая нафиг разница? Сюда, сюда. Давай сюда, сейчас сходим пообедаем. Так, все нормально. Вот по красоте прям. Вот. Красавчик, просто красавчик, а? Что-то вообще никого нету. Как будто Тракстап только сейчас открыли. Да. Ладно, все, отправляемся обедать. Так, обед мой закончился. Даже больше часа получилось немного. Да пока в душ сходил, пообедал. Так, ну что ж, все хорошо. Все отлично. На сытый желудок и работать веселее. Погода, ой, красота вообще. Погодка супер. Что называется, погодка шепчет. Погодка шепчет. Займи да выпей. Блин, эти куски шифера над задними колесами. Вот эти мне... Слушай, я вообще угораю над ними. Да. Да ладно. Нормальность. Так, ключ на старт. Габаритки, ближние. Так, дальние, все работает. Ну что? Поехали, что ли? Так, надо сейчас аккуратненько все назад. Так, и надо туда, по-моему, дальше надо выезжать за заправку, насколько я понимаю. Оттуда сюда, да. Уж никак не наоборот. Так. Здесь у нас шап. Чинить машину. Траквач. Вот есть вот мойка автомобилей. Почему мойка не выполняет свои прямые обязанности? Автомобили должны пачкаться, должны грязниться. Должна быть динамическая погода. Вот это вообще бы супер было бы. Офигительно было бы. Если бы эту тему реализовали. Это просто вот такой подарок был бы для пользователей. Так, выезжаем сюда. Нифига себе. Это что такое было? Я, конечно, знаю, что на дамп-траках немножко сумасшедшие люди работают. Вычисление нового маршрута. Поверните налево. Так, налево там дальше буду поворачивать. Двигайтесь прямо. Держитесь левее, затем поверните налево. Как скажете, как скажете. Поверните налево. День, машин много, ой, как много. Это разве много, это так. Это так себе. Ха.
Hummer H2 впереди стоит. А я уже не успел. Я уже не успел, ладно. Чё застопорились? Чё случилось? А, тут налево поворачивает автобус. Как эти автобусы называются? По-моему, Prevost. Prevost. Чё там за мной? Толпа? И все туда. Ну, извините, друзья. Ничего не могу помочь. Я тут ничего не могу сделать. Так, сейчас мы поедем. Держитесь правее. Затем поверните направо. Поверните направо. Так, тут нам никто не мешает. Спасибо, спасибо, DOT. Дали мне зеленый. Да у меня вес вообще никакой. Что мне там? Держитесь левее. На весовую к вам нафиг заезжать. После обеда движуха как будто оживилась как-то. Движуха оживилась. Да я маленько трафик крутанул чуть-чуть. Немножко добавил. Там единица по умолчанию, я на пятерку поставил. Ну уж совсем, ну правда, ну так это нереально, вообще так не бывает, чтобы в Калифорнии и фривей Север-Юг был пустой. Едешь, и машин на нем нет ни хрена. Ну это же нонсенс. Так не бывает. Пусть не по реале, конечно, там, если там в Сан-Франциско или в LA поедешь, чтобы там такой трафик был, как в реале, да ну нафиг, не-не-не-не. Ну, приблизительно, чтобы что-то было похоже на реаль. Вот, это нормально тогда. Двигайтесь прямо. Сейчас машинок побольше стало. Так, FPS держит? Держит. Машин немного добавилось, но не сильно. Не критично. Нормально все. Держитесь левее. Ближе на север едешь, облачности больше стало, около Сакраменто, да, там еще южнее, там прям сплошное голубое небо, здесь ближе к северу, ближе к Орегону, к Вашингтону, тут и флаги побольше, и растительность меняется, вот что мы сейчас и видим. Конечно, очень бы хотелось попутешествовать по Америке на машине, но в свете последних событий лучше туда сейчас не ездить. Да не, в Америке-то как-то, мне кажется, народ
в основе своей более демократично относится к национальностям разным. Но не всегда, кстати, не всегда. Во время Великой Отечественной войны, применительно к Америке, это будем называть вещи своими именами. Вообще красота, не могу устоять. Так, применительно к Америке, это Вторая мировая будет. Так вот, во время Второй мировой, сколько японцев? Много ведь жило в Соединенных Штатах переселенцев, да? Большая японская диаспора. Ну, всех, не всех, но огромное количество японцев после Перл-Харбора свозились в специальные концентрационные лагеря для японцев. И нифига, никакая тебе там демократия не помогла, ничего. Вот тебе демократия. Блин, места красивые, вообще так классно все сделано. Вот это тоже участок обновлен. В предыдущих версиях его не было. Ну, по-другому тут все было сделано. Мне кажется, даже участка этого не было, как-то по-другому как-то тут было все. Ну, такой живописной красоты нифига не было здесь. Что-то похожее помню, но без таких красивых изгибов. Без таких красивых изгибов. Так, ну что? Меньшую часть половины пути я проехал. Большую часть половины пути я проехал. Нет, меньшую часть половины пути. Да. Ты что-то запутался весь. Держитесь левее. Так. Солнце пока высоко. Надо будет где-то вставать на ночлег. Видео уже достаточно долго пишу. В одну серию, конечно, все это не уместишь, да и незачем. Будет вторая серия, надо будет сейчас посмотреть, где-то встать на отдых. И ранехонько опять в 5 часов встаем и в путь. Так, давай-ка глянем, где мы сможем сейчас встать, что у нас поблизости имеется. Так, весовая. Весовая. Не, что-то не хочу. Так, Медфорд. Ну, в Медфорд, что ли, заехать? Ну, здесь есть тракстап хороший, кстати. Раз, и заехал сюда. Здесь я был уже. Ну, эту всю часть оставим на завтра. Такая интересная такая. Если сейчас весовая тормознет, тогда заезжаю здесь на ночлег. А смысл? На тракстапе тут тебе все условия, душ, ужин. Кто тебя на весовой будет кормить, да? Да, ладно. Хорошо. Так, после весовой, следующий, а нет, после весовой один экзит пропускаю, и следующий сразу на тракстап. Хорошо, все понял, маршрут построен. День вообще быстро прошел, время уже почти 7. Да нормально, слушай, можно спокойно вставать на отдых. Пораньше лягу, побольше посплю, отдохну, и в 5 утра будем выдвигаться. Ехать еще далеко,
дорога извилистая. Блин, красиво-то как, а? Офигеть! Вот это тоже все, весь участок вот этот новый. Красиво. Ребята, здесь снимаю шляпу. Прям так все живо, красиво, так интересно все. Тебе обновленная Калифорния. Ну да, ее давно надо было обновлять, конечно, она давно просилась с 16-го года. Калифорния же первая была. Так, что у нас тут сейчас? Решил пойти ва-банк. Так, весовая дает нам зеленчевый. Очень хорошо. Благодарочка. Спасибо. Так, после весовой. После весовой один экзит пропускаем. Так, даем коллеге свободную полосу, чтобы выходил. Надо уважительно относиться. С уважением надо относиться ко всем, да. Все непременно. И тогда к тебе тоже люди будут относиться с уважением. Так, этот экзит пропускаю и на следующем захожу. Так, вот следующий экзит уже. Нам сюда. Сейчас направо. Изменение маршрута. Двигайтесь прямо. Так, нет, сейчас направо. Ищу новый маршрут. Так, тракстоп внизу. Держитесь правее. Затем поверните направо. Мне направо сейчас надо. Поверните направо. Да-да-да, направо сейчас сюда. Под мостом проезжаем. Держитесь правее, затем поверните направо. Поверните направо.
ты смотри, как замудрили-то, а? Нифига. Ну да, вот под мост туда и на тракстап выход. Офигеть, слушай, вообще по красоте. Поехали, поехали, поехали. Так, ага, сейчас получается налево. Где-то заезд должен быть на тракстап. Так, а где заезжать? Где заезжать? Ну не сюда же. Тут тоже вроде. А, тут или на заправку можно было. Так, нет, вот сейчас вот следующий поворот. Держитесь правее, затем поверните направо. Так, а чё тут, блять? Поверните направо. Сука. Ай, так, ещё зарапортовался, блять, уехал хуй знает куда. Мне сейчас сюда не заехать. Поезд нового маршрута. Сука, сука, и тут закрыто. Ёп твою, деньги налево, а? Тут закрыто, тут нельзя выезжать тут. Да нет, тут ничего не откроешь. Твою мать, а? Ну ч. Чё ты вот сюда попёрся? Какого хуя тебе тут надо было? Ты представляешь, что сейчас будет, если ты начнешь здесь разворачиваться? Иди твою мать, а! Ой, блядь! Ой, ёп! Ты представляешь, что сейчас будет? Твою мать, а? Держитесь левее, затем поверните налево. Поверните налево. Ну ты, друг, исполняешь. Ищу новый маршрут. Сервис нам не нужен. Так, нам дальше туда на стоянку надо проехать, да? Так, справа там у нас стоянки нету. Так, так нам нужно это вот так вот сейчас через заправку проходим. И сюда. Спокойненько выезжаем. Налево сейчас и на площадку сейчас встану. Вот. Давай первое место и займем. Изменение маршрута.
Вычисление нового маршрута. Так. Так, FPS 60. И оперный театр. Это я на пятерочку всего лишь добавил? Ты чё, блядь? Нихера себе тут машин-то сколько. Это да. Так, а если из кабины? 54, 53. Так, я думаю, наверное, тут перебор. Ладно, посмотрим, завтра будет как с утра. Я думаю, наверное, на четверку надо вернуть. Все-таки много машин. Очень много. Так, хорошо. Сейчас маленький движок остынет. И пойдем в душ и на боковую. Будем отдыхать. Так, ну что ж, друзья, спасибо. Спасибо всем за просмотр. Надеюсь, было интересно. Спасибо, что были со мной. Оставляйте комментарии. Оценивайте это видео. Подписывайтесь на канал. Обязательно по ссылке под видео переходите на мой канал, дублирующий на Рутубе, потому как, скорее всего, YouTube на территории Российской Федерации закроет. Так, чтобы не потеряться нам с вами, переходите по ссылке, подписывайтесь. Всем спасибо, всем пока, до новых волнующих!